Сделать здоровье жителей города над Бугом одним из приоритетов – вот какую задачу преследовали организаторы мероприятия «Здоровый город». А потому предложили брестчанам побывать на настоящей ярмарке здоровья. Здесь, в здании Брестского областного центра Олимпийского резерва по гребле, визитной карточке микрорайона Ковалева, гости могли измерить давление, температуру и все это с помощью ультрасовременного оборудования. Здесь они могли попробовать мед, хлебобулочные изделия, овощные блюда, продегустировать молочные напитки и соки и убедиться – полезное питание – залог здоровья. В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом не обошли стороной и этот остро стоящий вопрос. Проект он реализуется постепенно, постоянно в разных сферах. В сферах образования, в сферах здравоохранения, в сферах промышленности, в сфере благоустройства микрорайона. А здесь мы как бы подводим, можно сказать, промежуточные итоги первого года реализации проекта, демонстрируем то, чего мы добились для оздоровления жизни, для привлечения населения к здоровому образу жизни. Ну и кроме того, здесь демонстрируются возможности организаций различных структур нашего города, которые так или иначе направлены на здоровый образ жизни, на правильное восприятие жизни населением города. В рамках этого мероприятия мы проводили конкурс творческих работ по тематике борьбы с ВИЧ-СПИД среди учащихся учреждений образования. И в рамках этого мероприятия, вот реализации проекта Ковалева «Здоровый микрорайон», в рамках этой акции будет подведение итогов этого конкурса. Профилактический проект затронул немаловажную тему безопасности жизнедеятельности. На мероприятии «Здоровый город» активно работал тематический уголок, подготовленный брестскими спасателями. Здесь для детей огнеборцы провели конкурс рисунков, а также викторину на знание правил пожарной безопасности. Вниманию гостей ярмарки также были представлены обучающий фильм и выставка плакатов на актуальную тему. Одним из пунктов программы мероприятия стал праздничный концерт от брестских ансамблей и исполнителей. Во время него на сцену не раз поднимались брестчане, которые были отмечены в тех или иных городских конкурсах. Сотрудники МЧС подвели итоги профилактической акции «Не прожигай свою жизнь», поблагодарили ее активных участников, наградили победителей радиовикторины на тему пожарной безопасности. Сегодня в московском районе города Бреста проживает порядка 42 тысяч человек. Достучаться до каждого и призвать к здоровому образу жизни – задача непосильная. Однако меры, которые сегодня предпринимают власти города, а также представители здравоохранения для пропаганды здорового образа жизни, в том числе и посредством профилактического проекта, говорит о том, что работа в этом направлении активно ведется. И все же не стоит забывать, здоровье человека в его руках, и только ему решать, улучшить его или потерять.